критерии в нашей компетенции только объективные, да, то есть выполнил он или не выполнил те или иные условия. А в данном случае вы видите на площадке три цветных цилиндра. Цилиндр красного, желтого и зеленого цвета. По заданию робот должен найти сначала цилиндр красного цвета, объехать вокруг него, но объехать на расстоянии не более 15 сантиметров. На площадке вокруг цилиндра нанесена штриховая линия. Соответственно, он должен находиться в пределах этой линии, не пересекая ее. У них здесь есть один сложный момент, это работа с техническим зрением, потому что вот если вы сейчас обратите внимание на окно, да, сейчас может выйти случайно солнышко, да, и тем самым изменится освещенность рабочего места, тем самым, соответственно, роботу надо будет подстраивать камеру, вот. А плюс это работа с аналоговыми датчиками, с аналоговым сигналом, а это всегда довольно-таки сложная обработка сигнала, вот, это сложные алгоритмы, это довольно-таки интересно. Вот. Почему? Потому что, по большому счету, ребята пишут что-то наподобие, я бы сказал, искусственного интеллекта разрабатывают тем самым, потому что робот должен ориентироваться на площадке абсолютно без участия человека. Ребята, готовясь в своих учебных центрах, на этих роботах пишут совершенно потрясающие, интересные программы. В частности, например, они его делают что-то в виде, знаете, собачки такой, да, где он гоняет, там, скажем, мячик по площадке. Вот. Есть роботы на предыдущем фестивале в Москве, они играли в футбол, пытались сделать имитацию футбола, когда гоняли мячик, вот, футбольный мячик. В общем, разные задачи ставятся интересные, которые, в принципе, я надеюсь, и будут применяться у нас в промышленности.